Господи, я кто? Да это ж Степка Киреев! А нашел с пропащей? Где тебя носил, а? Да ты погоди, погоди! Он же горячий, как печка! Он вас накажет! Да кто? Да заступи! Внучок тут, куда его? Ему 8 лет дитю. Доченька, я же из самой Ольховки. Вас скорая привезла, вот у нее и спросить. Что у вас? Да. Ольховский из тех, что пацаны на болотах нашли. Гроф на самомагазине прямо в очереди в сознание не приходит. Ольховка. В реанимацию быстро. Возьмите анализы, отправьте в область. Хорошо, Александр Маратович. Фамилия Киреев Степан. Киреев, посмотри, ну что тебе трудно, что ли, а? Киреев Степашка. Киреев? Киреев, Степашка, Степан. Что же вы, бабуля, так поздно мальчика привезли? Как поздно? Мы же сразу скорую как... Поздно. Дай-ка мне историю болезни вот этого Ольховского. Как поздно? Ты мышь... Красавец. Откуда такое говоришь? Из Карелии. 20 случаев за 5 дней. Подозрение на мутировавший H5N1. Подтверждаем? И что, все 20? Грипп? Ну, так сезон. Его законное время. 24 нанометра. РНК содержащий. Это не грипп. Теперь Карелию снова выведи. Покрупнее. Владимир Анатольевич, добрый день. Коля, спасибо, что пришел. Хорошо выглядишь. Видно, наши конкуренты тебя не обижают. Да нет, нет, не обижают. Одно дело делаем. Вот поэтому и конкурент. Шучу. Ну, ты в курсе, зачем я тебя позвал? Ну, так, в двух словах. Что-то у вас там в Карелии непонятное. Непонятное было неделю назад. Сегодня это уже ЧП. Вот, полюбуйся, Карелия. Волшебный край. Тебе там очень понравится. В смысле, вы хотите, чтобы я туда поехал? Очень хочу. Мне там сейчас позарез нужен хороший инфекционист. Ну, Владимир Анатольевич, наверное, не получается. Потому что, ну, как там, у меня два симпозиума, исследования новое заказали. Ну, ничего, это все текучка. Вернешься и наверстаешь. Какое число? 27-е. 27-е. 27-го никак не получится. Антон, сиди в приемной. Выпороть бы тебя сейчас ремнем, знаешь, таким солдатским с пряжкой. У твоего отца царство небесное было такое. Помнишь? Вот он... Никогда бы от такой работы не отказался. Жаль, что ты пошел не в него. Я старый дурак. Когда 2 года назад тебя отпускал, думал, ничего, молодой, оглядится, оботрется и вернется сюда, к нам. Ты что, на самом деле не понимаешь, что происходит? Сердечко, Владимир Анатольевич. Ничего пройдет. Водички попьете? Да, да. Попейте.
Пожалуйста. Ты что, не понимаешь, почему я тебе удочку закидывал про Зафлапа? Сегодня Зафлап, а завтра кому? Что вы, как дети-то? На кого я это хозяйство оставлю? Как не на сына лучшего друга, а? Раз уж своих наследников Бог не дал. Да вы нас всех переживете еще, Владимир Анатольевич. Не болтай ерунду. Ты талантливый микробиолог. Лучший по вакцинам. Тебе судьба дает уникальный шанс. Вирус-мутант. Уникальный. Я понял. Материалы на 3 докторских, а работы на 3 дня. Если все хорошо сложится, через полгода примешь в лабораторию. Кто в группе? Смотри, какая ситуация. Вот Петрозаводск. В 140 километрах севернее Чернозерска. Там за 10 дней зафиксировано 50 случаев заражения. Коллеги из областного санэпидема предполагают лихорадку Западного Нила. Это ЗН в Карелии? Да. Бред. Она имеет отчетливую сезонность. Это жаркое время года. Край, позднее лето. А как комары есть? Какие в Карелии комары? Там не сегодня, завтра снег пойдет. Ну, я говорю, бред. Вот с этим бредом, Коленька, тебе и предстоит разобраться. Вот смотри, данные по мониторингу. Да, утром прилетела. Какой отдыхать? Здравствуйте. Некогда отдыхать. Сейчас в новую экспедицию вызвали. В Карелии ЧП как раз мой кейс. Владимир Анатольевич. Вера Павловна, с возвращением. Жива-здорова? Боялся, что ты после Африки захочешь недельку-другую отдохнуть. Нет, не захочу. Ну вот, славно. Теперь за судьбу экспедиции я спокоен. Представлять вас, я думаю, друг другу не нужно. Здравствуй, Вера. Привет. Специалисты вы опытные. А на подхвате будет... Антон, зайди. Вот, прошу любить и жаловать. Здравствуйте, я Антон Ткачук. Вот в этом году закончил биофак. На месте оглядитесь. Установите режим карантина, возьмете образцы крови у заболевших и назад в Москву проводите исследование. На все про все 3 дня. По результатам поездки определимся, объявлять эпидемию или пронесло. Вопросы? Да. А можно вместо Романова другой инфекционист поедет? Не понял. Нет, я не против проводства, Вера Павловна. Мы отличная, сработанная команда. Так можно? Подождите. Вот, из министерства. Да, конечно, завтра вылетают. Как раз сейчас провожу инструктаж группы. Романов, Бойко. Ткачук. И Ткачук. Старшим группы будет Вера Павловна Бойко. Да-да, та самая. Только что вернулась из Африки и снова в бой. Ну, конечно. Только лучшие кадры, да. Да-да. Угу. Всего доброго. До свидания. Ну, вот и все. Какая там собака между вами пробежала, я не знаю, знать не хочу. За работу группы буду спрашивать лично с вас, Вера Павловна. Ясно? Ясно. Можно я пойду? Мне еще собраться надо. Иди, конечно, да. Вера Павловна, если нужно что-нибудь приготовить, скажите, я все сделаю. Спасибо большое. Вера Павловна, я буду очень рад поработать с вами. Вот так вот. Понял. Время 9:56. Мы с коллегами прилетели в Карелию.
Москвы? Ученые. Очень приятно. Здрасте. Здравствуйте. Разрешите? Спасибо. Сломано там. Нам бы лучше со всеми. В Карелии около 27 тысяч рек, 60 тысяч озер и неисчислимое множество непроходимых болот. Да, представляю, сколько там комаров. А будет круто, если мы откроем новый штамм низкой лихорадки. Ну, какой-нибудь особо опасный, а? А чем тебя старый не устраивает? Ну как? Ну это же здорово. Вера Павловна, ты же точно такая же была, просто уже не помнишь. Восторгов от появления новой смертельной болезни я за собой точно не помню. Да ладно. Каждый из нас хочет найти свой новый вирус и героически его победить. Ты забыл добавить при большом стечении восторженных зрителей. Нормально, чего. Почести. Слава. Хорошее дополнение к научному прорыву. Но, впрочем, можно взять и деньгами. Молодец, лаборант, мама научила. Молодец. Как добрались? Ага. Сейчас мы вас накормим, отдохнете. Отдыхать будем потом. Сначала работа. Ну, тогда прошу. Вот такие мы подвижники. Здрасте. Сколько пациентов с лихорадкой Западного Нила в стационаре? Я про Западный Нил только сегодня услышал от вас. У меня все больные с типичным гриппом. Вы в курсе, сколько у вас больных? Ну, конечно, 46. Ночью еще одного привезли. Вот 47. Все грипп. Угу. Снимать меня не надо, пожалуйста. В какой они палате? Все в левом крыле палаты с первой по седьмую. Вот направо, пожалуйста. Далеко собрался? Так это, холодильник-то внизу. Понятием карантин вы явно не знакомы. Доктор Романов осмотрит пациентов, вы не возражаете? Сначала особо тяжело. Да я в курсе, что делать. Вера Павловна, команда. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вашу руку посмотреть? Да, конечно. Смотрите. Вы позволите? Да, конечно. Отделение закрываем на карантин? Иди зафиксируй. Извините, девушка, но у вас нет на это полномочий. Я сказала отделение, больницу, и вызывайте вторую смену. Какую вторую смену? У вас по бумагам 50 человек в штате, пусть выходит. Да мало ли что по бумагам. Вы с ней так не разговаривали. Она вон областную Красноярск закрыла. Подснулся. Ключи у вас? Какие ключи? От больницы. Ну, у меня. Давайте. Мужик, я тебя вообще первый раз вижу. И я тебя тоже. Сейчас вот туда внимательно посмотри.
видишь, девушка с черной папочкой? Ну? Это правая рука министра. Если ты вдруг решишь нам отдавать эти ключи, то, возможно, она найдет у тебя какой-нибудь вирус неизвестной науки. И ты вместе с нами отправишься в Москву. Остается? Да, а там вас положат в изолированный бокс, и три раза в день на завтрак, обед и ужин будут засовывать вам в задницу 7-метровый колоноскоп. Ой, вот не надо, да? Я, может, всю жизнь мечтал за казенный счет в столицу. Ну вот, отличные мечты сбываются, слетаешь. Два раза в день тебя будут облучать, так что не станет даже под национальный гимн. Ну, ты подумай, ты не торопись. Проблемы? Никак нет. Закрываем больницу на карантин. Прекрасно. Единственный понимающий человек. Ну, видишь, как вот. Все лихорадочные из Ольховки. Где это? Могу показать на карте. Давайте. Бабуль, в больнице все закрыто. Как закрыто? Закрыт на карантин. Я же назначена на операцию. Вот. Вот. 15 000 я корову продала. Вы давайте деньги уберите. И корову тоже верните, пока не поздно. А как же операция? Это в Петрозаводске. Бесплатно сделают. А? Я вам обещаю, в Петрозаводске. Ага. Моя команда сейчас садится в вашу машину, и мы едем в Ольховку. Какую мою машину? Которая стоит под окнами вашего кабинета. Возьмите скорую, у меня их 3. Исключено. 2 с тяжелыми пациентами отправились в Петрозаводск, еще одна останется здесь, на экстренный случай. Так что ваш внедорожник нам придется реквизировать. Так, я вызываю полицию. Полицию? Ну как там, дозвон пошел? Да-да, пошел. Ну хорошо. Заодно расскажете полиции, как кадровыми приписками занимаетесь. И с бабушек денежки вымогаете. УВД по Черноозерску, сержант Тюля. Слушаю. Николай? Викторович. Николай Викторович. Там под рулем кнопочка есть. Вы ее нажмите, подержите секунд 10. А уж потом заводите. Угу. Прям под рулем? Да, конечно, да. Спасибо за содействие. Спасибо. Вера Павловна. Приедет бригада из Петрозаводска. Откройте только им. Результаты анализов забора крови инфицированных отправите в Москву. Сегодня же. Хорошо. Можно? Да. Колоноскоп. Правильный выбор. А я вот, знаете, чего не понимаю? А что мы кормим-то всем этим людям? Ведь вакцины от Западного Нила не существует. Иммуноглобулин, витамины. Так, а смысл? Это плацебо. Будет психосоматику. Водичку дай мне.
Ольховка. Туда. А ты что, переживаешь? Ну, так. Ну, посиди, попереживай пока здесь. Вы участковый? Ну. А где ваш врач? Тут. А вы сами кто? Добрый день. Эпидемиология. И что? Собирайте людей. Никого нет, похороны. У нас люди мрут от старости, от пьянки. От старости мрут те, кто не умер от пьянки. Но чтобы грипп так косил, такого еще не бывало. Здрасте. Здрасте. А вы уверены, что грипп? Так что ж еще? А когда зафиксирован первый случай? На 2 недель еще нет. А число? Число? Слушайте, вы же больны, по-моему. Насморк, глаза слезятся. Это болезнь. Ну что ж такого? Это ты единственный вроде. Собирайте людей в 4 часа на вакцинацию. Хорошо. Все уже были? Нет, Антонина еще не пришла. Но это бабка Степкиной мальчонки, что первым схоронили. Когда он бега подался, она как чувствовала, что добром это не кончится. В какие бега? Так считай, полмесяца его не было. Не крутитесь спокойненько. А куда он ходил? Водил, знает. Болот кругом. Да. Тут вообще много удивительного у нас. Вы о чем сейчас? Так оборотни у нас внизу живут. Да, покоя нет. Кухома не образованы. Оборотни не бывает. Ха, как это не бывает? А кто у меня 2 кос разодрал, а? Вон кишки по всему огороду. Брехня. Не верьте ей. Какие-то оборотни. Это самая обыкновенная чупакабра. Ну, по телевизору показывали. Вы их слушайте больше. Ничего тут такого нет. Пару раз, может, было и все. Что было пару раз? Оборотни? Бросьте его в самом деле. Подрали бродячие собаки скотину, и что? Вроде образованный туда же, оборотень. А что там на болотах? Вам-то зачем? Мальчик туда ходил. Болтают. Никто из наших туда не ходит. Почему? Гиблые места, трясины. Ну что там делать? Чего ты мнешься-то? Да Вера, она всегда такая. Какая? Ну, типа, делать вид, что она самая умная и прочее. Присядь. Во-первых, не Вера, а Вера Павловна. Во-вторых, мы с тобой не друзья. А в-третьих, я не привык кого-то обсуждать за чьей-то спиной.
Это понятно? Да. Вопросы есть? Нет. Ну все, че, иди. Пожалуйста. Вам укол делали? Зачем? Чтобы не заболеть. Я не заболею. Но этого мы знать не можем. В деревне эпидемия, много летальных случаев. Есть вещи пострашнее смерти. Красивая, а детей нет. Вы как узнали? Были бы дети, сюда бы не сунулась. Я врач. Врач? Держи. Не урони. Без детей тебе никак нельзя. Одичаешь. Уверена, зараза пришла с болота. С болота? Вер. А Хременко не давал же нам задание искать источник заражения, правильно? Поэтому миссия выполнена. А если мы найдем источник заражения, то вернемся с большим объемом информации о природе вируса. Слушай, мне кажется, или ты опять хочешь кому-то что-то доказать? Никаких нас, Роман. Возможно. Николай Викторович, ну что сейчас? До обеда управимся и в Петрозаводск. Да.
Нет, 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 Бойка. Вот это без меня. Это без меня. Я на болото с тобой не еду. Хременьк должен был нам дать задание установить источник распространения заболевания. Здорово. Просто анализ крови мало что нам расскажет о причинах эпидемии. Раз мы здесь должны идти до конца, правильно? Правильно. У тебя ничего не меняется. Короче, все по-прежнему. Это клиника какая-то. Возражал. Если я сейчас спрошу, был ли он на болоте? Не был. Как это? Был на той неделе, на ход ходил. Еще вопрос. Куда? Куфрик принеси мне из машины. Там с третьим отделением, которое. Алло, скорая? Машину в Ольховку срочно. Подозрение на лихорадку западного него. Спасибо. Ну? И что там на болотах? Я же сказал, сейчас ничего. А раньше? Лепрозорий был. С царских времен, еще потом при советской власти. Теперь не советской власти, не лепрозорий, одна зона отчуждения. Сейчас там кто-то есть? Кто проверять станет? Есть, нет. Я, как эпидемиолог, обязана проверить. Как туда добраться? Как добраться? В машине. Ну, собирайтесь. Куда? Туда. Я не поеду. Что значит не поеду? Вы участковый? У вас тут скоро второй лепрозорий будет. Это не мой участок. Понимаете? Не мой, это зона отчуждения. У вас дети есть? Сын. Если здесь начнется эпидемия, вы своему сыну уже не поможете. Счет больных пойдет на сотни, дети сгорят первыми. Мой сын в Петрозаводске. А в Петрозаводске эпидемия начнется гораздо раньше, чем вы думаете. Все равно не поеду. Вы не знаете, куда лезете. Отвлекись, пожалуйста, на минутку. Бойко, простите. Послушай меня. Отвлекись. Владимир Анатольевич, Бойко из Карелии. Жду. Бойко, послушай меня, я что-то не пойму, ты что? Тебе больше всех надо, что ли? У нас с тобой конкретные установки. На все про все. 3 дня. Конференция до 4? Значит, у нас есть еще сутки. А, то есть ты решила действовать без согласования Хременька. Я тебя правильно понял? Роман, тебе на все разрешение нужно? Мы на работе. Чем больше успеем, тем лучше. Поведешь? Ай, какие мы тут. Все собрались, да? Молодцы какие. Можно попросить у вас куртку на время, на пару дней? А то у меня есть ощущение, мы задерживаемся, видимо. Я вам на обратном пути спасибо. Ты как-то по болотам в пальто не особо. Я ее сдам. Спасибо. Навигатор мы почти здесь. Замечательная новость. Да, я вот сейчас смотрю в интернете, и там про этот лепрозорий ничего не написано, даже в Википедии. Даже в Википедии ничего нет? Ничего себе, Вера Павловна, даже в Википедии ничего нет. Никто ничего не написал про этот лепрозорий. Видимо, уже некому писать. В смысле некому? Ну, в смысле? Нет, есть, конечно, кому. Вот мы втроем вернемся с этого приключенца, соберемся где-нибудь попить чая втроем. Напишем что-нибудь приятное в Википедии.
Романов, бывают моменты, когда с собой не любуешься? Да, бывают, конечно. Опа! А у меня связь уже не имеет. Может, к лучше? Павловна, нужно тракторы вызывать, сами не вытащим. Судя по колее, дорога идет дальше в лес. Если пойдем по ней, должны выйти к Лепрозорию километров через 5. А ты бойка. Неисправимая, честное слово. Тебя все куда-то в болото в какие-то тянет. А нам туда надо, понимаешь, в том направлении, пока не поздно, деревья. Ну ничего, я сейчас на помощь кого-нибудь позову. Ага. Конечно, пока помощи дождемся, сутки потеряем. Кто-то хотел в Москву завтра попасть. Ну, конечно, не оставлять же такой автомобиль в лесу. Связи нет. У меня спутниковая. О, классно. Классно. Пошли. Чего? Что-то нет связи. Не работает ничего. Не работает. Это спутник, он везде работает. Подожди, стоп. Куда идем? Где дорога? Сейчас. Бер, надо возвращаться. Пока не поздно. Исключено. Ты знаешь дорогу? Я не знаю. Поэтому я предлагаю нам спокойненько вернуться туда, где мы оставили автомобиль. Мы идем в Лепрозорий. Хочешь обратно? Давай, беги, как ты любишь. Как будто тебя ничего не касается. В смысле, ты о чем? Мы идем дальше. Вера. Вера. Держись. Спасибо. Ну вот, коллеги, собственно, болото. Естественная изоляция. Все логично. Значит, где-то там должен быть Лепрозорий. Пошли.
Чувствую себя ежом каким-то в тумане. К черту все. Значим здесь. Это самое прекрасное, что я слышал о тебе, Вера, за последнее время. Всего лишь на год. Ты же не сомневаешься в наших отношениях. А ты не сомневаешься в наших отношениях? Я нет. Конь. Ну, это мой шанс. Если любишь, дождешься. В смысле, если любишь, дождешься? Это что за дешевая манипуляция? Значит, не любишь? Понимаешь, что такое расстояние, Вера? Для нас с тобой. Полный комплект. Сухость во рту, резь в глазах, озноб, температура. Такая же фигня. Коля, ну ты же знаешь, Коля. Глюкоза. Уже все готово, давайте ужинать. Не подходи. Стой, где стоишь. Ты че? Тебе нужно уходить, Антон. Что-то пошло не так. Через пару часов у нас начнется бред. По всей видимости. Галлюцинации. И мы перестанем друг друга узнавать. Вирус мог мутировать, Антон. Судя по симптоматике, инкубационный период сейчас не превышает нескольких часов. Но это значит, что... Что у тебя очень мало времени. Сами мы отсюда не уйдем. Что, я должен вас бросить, получается? Уходи, пожалуйста. Антон, уходи, пожалуйста. Я вернусь, я найду помощь и вернусь, правда. Договорились. Иди. Иди, Антон. Вера, что ты имела в виду? Что? Когда я сказала, что я сбежал? Тогда я пришла, я хотела тебе сказать, что... Эгоист, Вера. Я постоянно оставил тебя перед выбором. Но это не значит, что я сбежал. У нас должен был быть ребенок. Не теряйся, подожди. Не теряйся. Yeah.
Нас все ждет расплата за наши деяния. «Лапси». Все серии смотри прямо сейчас. Эксклюзивно на «Старт».